Здорово, с тобой Гар. Ну и удивили меня дайсы, на этот раз в хорошем смысле, что удивительно вдвойне. Если честно, я думал, что пасхалок больше не будет, но я рад, что ошибался. Ибо в канун ивента «Грядущий удар» дуси активировали пасхалку с одним из маскотов серии «Акулой». И да, эта пасхалка также является отсылкой на фильм «Акулий торнадо». В видосе я расскажу, что нужно сделать, чтобы активировать его и получить награду. Обязательно подписывайся на канал и ставь лайк, чтобы не пропустить будущие разборы пасхалок. И пиши в комментариях, удивили ли тебя дайсы, как меня. Поехали! В первую очередь вы должны нацепить на свое оружие брелок Акула Фрэнки из предыдущей пасхалки. Ее я тоже разбирал, ссылка будет в описании и всплывет в правом верхнем углу. А еще пушку можно подобрать с пола, если она есть хотя бы у одного игрока. Теперь нужно зайти на карту космодром на 64 каски без ботов с полным опытом. Обязательно со своим товарищем в противоположные команды, либо по моему коду подборки, который вы видите на экране. Теперь очень важный момент. На карте должен сразу идти дождь. Если дождя нет, перезапускаем карту. Далее берем стрекозу и специалиста класса разведчик для удобства перемещения по карте. После чего летим на берег океана возле стартовой площадки ракеты, чтобы чекнуть наличие таблички с надписью на французском «Купание запрещено». Если таблички нет, также перезапускаем карту и по новой. Теперь нам нужно найти рацию. Она находится на точке B1 в ангаре. Вот здесь. После относим ее к вышеупомянутой табличке. Размещаем и обязательно активируем, вследствие чего мы слышим морзянку. Расшифровав ее, мы получим сообщение. СОС, акула укусила нас за корму, лодка слишком маленькая, найдите пульт дистанционного управления и активируйте сканер. Прямым текстом говоря нам, что нужно делать дальше. Собственно, нам нужно найти 4 ноутбука. Пошли искать. Первый ноутбук находится на одном из этажей стартового комплекса, рядом с точкой C2. Вот здесь. Второй ноутбук рядом с той же точкой, в будке. Здесь. Третий ноутбук на точке B2 в ангаре. Тут. И последний ноутбук находится между точками А1 и А2 в сборочном комплексе на одном из этажей. Прямо тут. Возвращаемся на берег таблички и активируем ноутбуки в порядке согласно коду. Вводим пароль. 1 3 2
3, 1, 3. Если все ввели верно, лампочка на буе начнет мигать. Далее нужно зайти в воду и принести себя в жертву. То есть вам с товарищем нужно совершить устранение друг друга в воде от 3 до 5 раз. Обязательно, чтобы у каждого был вышеупомянутый брелок. Можно делать втроем. Все 3 игрока будут вознаграждены. А теперь просто наблюдаем эпичнейший акулий торнадо. Твою мать, там целая акулья семья шведская при том. Да. Вот, собственно, и пасхалка. А, да, что такое было. А можно быстрее ожидать? Я видел тебя на парашюте. Я на вышку залез. Блин, мало акул осталось. 4 штуки всего. Нет, больше 5. 5, да. Всех разбросал уже, растерял. В награду тот, кто принес себя в жертву, получит вот такой эксклюзивный жетон игрока «Приманка для акул». Вот такая крутая на самом деле пасхалка в этот раз. Дайсы под конец поддержки смогли удивить меня в хорошем смысле этого слова. Ну а вы, ребята, отблагодарите нашу работу лайком и подпиской на канал. Плюс пишите в комментариях, как вам пасхалка в этот раз. Спасибо за просмотр. С вами был Гар. Всем пока.